второй наш номер на льду. И он получился, как мне кажется, очень сложный, такой интересный, замысловатый. Он был очень классный. Да, классный, с поддержками, с... И все поддержки выполнены, между прочим, замечательно. Да, но главное, что там было катание. И тройки были замечательные, катание, и все мы сделали. Единственное, действительно, на зубец попало. Я что-то совсем расчувствовалась, извиняюсь, я совсем... Я просто удивляюсь, знаете, там мой молодой человек, например, говорит, он видит мои расстройства и такой говорит, что ты расстраиваешься? Ну это же, ну один раз показали и все. Что-нибудь показали. Я ради этого одного танца, мы неделю с утра до ночи, грубо говоря, да, то есть, естественно, не с утра до ночи, ну хотелось бы. Вот, то есть мы тренируемся и... Сил не хватает, и так тяжело. И когда ты выходишь, это такое ощущение, что ты как каждый раз премьера. Ну вот, не дать, не взять. Дай мне. Когда сказали, что у нас тема мюзиклы, я повернулась, я помню, к нашему хореографу и говорю, а метро? Как же метро? В 99-м году, мне было тогда 15 лет. Я вышла первый раз на сцену в мюзикле «Метро». И это была песня, называлась она «Молитва». В основном мюзиклы, они все на классике, там, ну, как-то в основном. И либо джаз, либо что-то такое играющее. А тут блюз. То есть это было достаточно неожиданно. Плюс ко всему тема нищеты. Леш, кто ты в танце? Я не очень понимаю, честно говоря, сейчас. То есть я пытаюсь вырваться из нищеты, я мы молимся оба, да? А я тот, который привык к этому миру метро, и который, и Света, когда пытается выйти наверх, и мой герой, он понимает, что, ну, в его понятии, что это очень опасно и сложно, поэтому он пытается ее удержать. Кто бы сомневался, что Светлана Светикова и Алексей Тихонов выберут мюзикл «Метро». Только поет не Света, а Эдита Горник.
Вот вечная история с женщинами. Сначала сделает, потом подумает. Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, первый раз в нашем проекте Света Светикова в этой паре была однозначно первым номером. Леша подыгрывал. Неожиданный финал. Да. Мне очень жаль, что Света не сама пела. К сожалению, она была блистательна в этой роли. Ей было тогда, по-моему, лет 15. А что же получается, они пошли по пути наименьшего сопротивления? То есть все это уже Света исполнялось и просто повторили танец из того мюзикла? Нет, что вы. Нет. Вы что, это абсолютно оригинальный номер. Сделанный именно для этого проекта. Ничего подобного в мюзикле не было. Рисовала. Настоящая. Круто. Лех, молодец. Так что у нас это 8, что ли? Светка хороша была, конечно. Песня, ради которой я не уехала учиться в Америку, я ее пела. Ну ладно. Да? Светлана Светикова, Алексей Тихонов. Россия, оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 5-9, 6-0. Средний балл 5,98 балла. Оценки за артистизм. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,9 балла. Общий балл 11,88 балла. Валдис, что тебе не хватило в артистизме этой пары? Мне кажется, хотя я начал уже склоняться к тому, что я ничего не понимаю в танцах, во всяком случае, все, что бы я ни сказал, будет подвергнуто критике. Мне кажется, что тут эмоции, они стали в какой-то момент самодавляющими. То есть были эмоции ради эмоций. И мне не хватало вот чего-то такого человечного в этом. Это был просто вот какой-то всплеск, 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 всплеск. Но на самом деле мне очень понравился этот номер. Я просто эту 1/10 прижимаю периодически для того, чтобы выделить тех, кто для меня кажется безупречен. Поэтому вот эти 5-9 появились на моем табло. Дима, твои впечатления от этого танца? Можно я скажу? Валдис, я полностью с вами согласна по этому номеру. Полностью. Но я вам хочу сказать, только в споре, Валдис, рождается истина. Спасибо большое. Не спорьте, Валдис. Вам я спасибо не могу сказать, но только в споре. И за это спасибо. Это уже высокая оценка. А честно говоря, я тоже хотел вмешаться в этот разговор. Действительно, Валдис, ты ничего не понимаешь в танцах. Да и я тоже ничего не понимаю в танцах. И многие, кто был на месте Валдиса, но не все смогли вернуться. А Валдис вернулся. И это здорово, мне кажется. А то, что касается номера, спасибо огромное. Номер действительно мне показался запоминающимся, сильным. Но не порхало перышко. Все. Я думаю, что вам нужно ответить Дмитрию Шепелеву по поводу того, что перья не порхали. Нет, очень замечательный танец придумали наши хореографы. Игорь Аршуляк, Алексей Арапов, Александр Жулин. И спасибо им огромное. Но только представьте себе, Настя, люди, которые провели под землей где-то в метро всю свою жизнь, и вдруг вот они появляются и видят наш мир. Этот мир такой непростой. Более того, я скажу, они появились не просто наверху, в мире человеческом, они появились в проекте «Сразу лед и пламень». И, конечно же, они немножечко придавлены этим событием. Но, в принципе, мы это играли, и это была и задумка. Насколько мы справились, судить, конечно, нужно со стороны, что делают наши судьи и наши тренеры, но мы с удовольствием, мне кажется, танцевали этот номер. А Светка была восхитительна. Спасибо. Была восхитительна, несмотря на то, что вам ради этого танца пришлось не мыться неделю, я так полагаю. Я вообще хотела сказать от всего сердца спасибо мюзиклу «Метро», потому что это были мои 15 лет, это был мой первый мюзикл. И ради этой песни я ее исполняла в Москве, я осталась в России, потому что я должна была улететь в другую страну учиться и жить. Я ради этой песни осталась, и я «Метро» люблю больше всего на свете, этот мюзикл. Поэтому я выбрала эту песню, и Леша со мной согласился. Это было вообще... Ну, для меня это вообще... Хорошо, если для тебя это вообще... Ты выбрала «Метро», разбила свою машину, 15 лет теперь здесь, а не в Соединенных Штатах Америки. Почему ты не сама пела тогда это? У тебя вот,
фантастический просто голос, замечательный, ты так красиво поешь. Но Эдита Горник бывает не хуже, во-первых. Нет, не хуже, но мы тебя любим, а не ее. Но просто у нас было условие, мы брали все оригинальные версии, да. Мюзикл «Метро» первый раз вышел в Польше. Оправдалась. Вам удачи. Спасибо.